Всем здравствуйте. Раннее утро. Приехал я в лес. Вот на таком сегодня коне. Походим, послушаем, может вдруг где лося услышим. Никогда не практиковали мы поиски лося. Так что, а вдруг? Сейчас этого коня спрячу. Ворон у меня на отдыхе. Захромал. Кто-то у него там нога заболела. Дам ему несколько дней передышки. Как-то вот так вот. Что будет? Интересно, если включусь, если не будет ничего интересного, все равно включусь. Полнолуние. О, глухарь полетел. Все по времени. Будем засекать все по времени. Глухарь полетел за 40 минут до восхода солнца. Как-то вот так вот. Лося пока я так не вижу, не слышу. Есть косули. Мама с сигалетком. Так, ладно, к ним не пойду. Пойду тогда маленько в сторонку. Сигалеток меня увидел. Это уже другие. А мать спокойно идет. Красавчики. Этот, который слева сигалеток, будет с него толк. Осторожны. Все самочки.
спрятались такие. Какие-то мне показалось странные звуки я из этого леса слышу. Лося во время гона я ни разу не слышал. Вдруг он. Сейчас посижу. В общем, здесь лося нету. Что я скажу, когда пешком иду, я гораздо больше зверя вижу вперед, чем он меня. Если сравнивать с тем, когда я на вороне еду. Но на коне все равно больше плюсов. А я продолжаю ходить искать лося для видеосъемок. Тоже коза. Одна. На ветке фокусируется. Слышно, не знаю. Эти дерева там пытаются атаковать. Может один, конечно. Может не один. Прилетело с той стороны 4 штуки. Надо мной налетало. Козлы орут. Их не вижу. А вон голова рогатого. Еле разглядел его. А лося нету. Вот еще голова рогатая. Этих паразитов сколько? Вроде рогатый был.
кабан на дороге лужицу нашел и то все выбулькал. Но, похоже, не один шел. Такие следышки. Хожу, да куда лещу, а он-то оказывается в другой стороне разной давности. Это не тот. У меня здоровее, в два раза должен ходить. В общем, след лося есть, но лося нет. Как-то вот так. Тут по грязи барсучок ходил небольшонький, а может и не один. Вот так вот, от всякого зверя на дороге можно после дождей увидеть, по следам. Теперь еще мои там следы по грязи будут, я тоже потоптал, всегда в грязь специально встаю, чтобы видно было. Тут был я. Нет, здесь ничего не видать.